Сельхозтоваропроизводители радуют шымкентцев изобилием. Говорят, готовились ко дню города. На прилавках мясо и колбасные изделия, рыба, молоко, яйца и овощи. Все, уверяют продавцы, свежее и экологически чистое. В повседневной суматохе некоторые шымкентцы не сразу вспоминают, что сегодня особенный день. Знаете, какой сегодня день? Суббота. Ярмарка. День города, да? День города. Поздравляю с праздником. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь сегодня этот день отмечать? Дома, с внуками. Как еще? На ярмарку каждую субботу? Каждую субботу, потому что рядом с домом. А наверх не ехать, здесь дороже все равно, чем на базаре. Цены поднимают. Здесь есть, ну и есть какие-то продукты подешевле, естественно. Мясо, если чуть к обеду придешь, цены уже сбавляют. Продавцы, напротив, уверяют, что товары на ярмарке намного дешевле, чем в магазинах у дома. А в честь праздника предусмотрены хорошие скидки. Так, у меня 80% вся продукция белорусская. Могу сейчас сразу сказать, приблизительно. Вот это масло у нас белорусский магазин специально 5800 стоит. 4% ставим, 4800 это масло. Сосиски белорусские 1500, цены все поставлены. И народ идет на цены, правильно же. И каждому по карману по 2800 по Янсу. У меня 1500 сосиски белорусские. Масло 4800, это уже масло ГОСТовское. Все стоит в коробке, как положено, чтобы люди все проверяли, смотрели, что я продаю. Натуральное изделие, действительно, завода-производителя. И, соответственно, товарный вид, пожалуйста. Здоровье, счастье, побольше денег, все. Чтобы, главное, войны не было, и все. Остальное все мы сами заработаем. За ароматными тандырными лепешками люди выстраиваются в очередь. Их продают чуть дороже 100 тенге. Здравствуйте. Почем лепешки? По 130. Молочные, да, лепешки? Да, обязательно. Можно одну, да? Да. Спасибо. Супермаркет, какая цена, базар, какая цена. Это же роль же играет. Выгоднее на ярмарку, да? Да. Почему? Потому что там объект супермаркета, они должны аренду платить, зарплату своим сотрудникам платить, там электроэнергия, коммуслуги. Но это рынок намного дешевле. Это. Ярмарка на стадионе Хаджимукана традиционно проходит в субботу. Ко дню города власти решили сделать ее двухдневной. Купить мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию горожане смогут и 19 июня. Эмир Юнусов, Амантай Ойлбеков, Александр Крапивкин. Информационная служба телекомпании «Отрар».